67-м доме на Лынькова плановая дезинфекция. Валентина Хаустович за день успевает убрать как минимум 5 подъездов, протирает кнопки, дверные ручки, поручни. Кроме того, проводит на каждом этаже влажную уборку плюс лифт. Я уже привыкла, я больше года работаю уже, так сразу трудно было, сейчас успеваю. Нормально. Наши уборщицы в определенном снаряжении, то есть обязательно должна быть маска, перчатки, головной убор. А это парикмахерская на Советской. На входе стоит антисептик, на полу стоп-линия. Сотрудники в масках. В наличии есть средства индивидуальной защиты и дезрастворы. График уборки помещений и журнал об измерении температуры тоже в порядке. Клиентам мы предлагаем в основном по предварительной записи, чтобы, чтобы не было очереди. Кресло, инструменты и рабочая поверхность также обрабатываются специальным раствором. А значит, подстричься можно безопасно. В случаях необходимости посетителю разрешено снять маску. Несмотря на снижение эпид-процесса, необходимо не забывать про меры профилактики, то есть ношение масок и личную гигиену. С начала года гигиенисты обследовали 59 объектов бытового обслуживания. Нарушителям выданы рекомендации. Вынесено 2 предписания приостановления оказания услуг. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.